Я работаю в управляющей компании, и где-то раз в год мы проводим общее собрание с жильцами, отдельное для каждого дома. Устроился я сюда недавно, и в этом году проведение собраний повесили на меня. Я прикинул даты, напечатал объявления, прошелся по домам на моем участке, расклеил их. Начать решил с четвертого дома по улице Морозова. И, конечно, когда я пришел во двор в назначенное время, меня ждало всего несколько человек. Одна из женщин посоветовала пройтись по квартирам. Может, не все видели объявление. Я так и сделал. Тем более, что в том доме всего три подъезда. В одной из квартир, как я знал, жила сумасшедшая старуха. Соседи частенько на нее жаловались. То шумит, то запахи неприятные. Но делать нечего, пришлось звонить и в ее дверь. Несколько секунд в квартире было тихо, а затем послышались шаркающие шаги, и из-за двери спросили: «Кто ты?» Я протараторил про собрание жильцов и собрался уже идти дальше, как снова услышал вопрос: «Кто ты?» Голос был старческим, скрипучим, злобным. Я повторил, что внизу проводится собрание, а в ответ снова: «Кто ты?» Представился и снова: «Кто ты? Кто ты? Кто ты?» Женщина за дверью кричала, было страшно. Было слышно, как что-то упало. Я не стал ждать, когда она успокоится, и спустился вниз. Шум был слышен и во дворе, и это здорово мешало собранию. Тут из подъезда вышла еще одна женщина. Подошла к нам, обратилась к одной из пенсионерок. «Марья Михайловна проснулась, нам надо идти». Жильцы, услышав это, разом помрачнели и стали расходиться. Один из мужчин посоветовал и мне уходить. «Сегодня уж никто не придет, в другой раз все обсудим». Я поднял глаза на окна квартиры, из которой доносился шум. И заметил, что занавеска отдернулась. Мой собеседник тоже это заметил. И сказал с неожиданной злостью: «Да, давно ее в дурку надо сдать. Всему дому кровь портит эта старуха». Через несколько дней я проводил собрание в соседнем дворе. Пообщавшись с жильцами, возвращался в контору. И так получилось, что я проходил мимо того самого подъезда. А на крыльце крышка гроба. Жильцы стоят вокруг у подъезда. Я подошел к ним, спросил: «Кто умер?» «Степан, высокий такой, молодой совсем, лет 40. Да ты видел его на собрании?» Я похолодел. Это был тот самый мужчина, который жаловался мне на старуху. Прошло еще несколько дней. Был вечер, и я уже вернулся домой и ждал жену. Она влетела в квартиру позже обычного, сразу заперла дверь на все замки и уставилась в глазок. Я спросил ее, что случилось. Оказалось, на остановке к ней привязалась пожилая женщина. Хватала ее за сумку, за рукава. Жена вырывалась, но старуха вцепилась в нее. Пошла за ней, что-то бормотала. Так вдвоем они дошли до самого нашего дома. Под конец супруга уже бежала, но старуха видела, в какой она заходила подъезд. Тут снаружи послышался шум. В нашу дверь постучали, и я услышал уже знакомый злобный голос: «Кто ты?» Старуха стучала и звонила во все двери на площадке, пока не вышел наш сосед и не выгнал ее. А ночью к нам пришла его жена, вся в слезах. Вечером соседу стало плохо, а ночью он умер. Скорая не успела даже доехать. Когда соседка ушла, я заметил, что жена очень напугана, побледнела. Даже лицо у нее изменилось от страха. «Милая, что тебе наплела та старуха?» – спросила ее. А в ответ услышал какой-то бред. «Знаю, кто разбудил меня. Это муженек твой был. У меня тоже был муженек, да недолго прожил. Схоронила я его, а до того кровушки попила. А твоего муженька его всего выпью. Съем его, разорву на части». Она говорила все быстрее и громче. У нее была истерика, и я встряхнул ее за плечи, закричал, чтобы она
прекратила. Жена замолчала, моргнула, уставилась на меня, не узнавая, и спросила злобным голосом: «Кто ты?»